Фестиваль детского кино «Мы нашей памяти верны», посвященный Великой Победе, открылся в областном доме народного творчества. Мероприятие проводится по распоряжению губернатора Игоря Рудени. Свои работы прислали юные кинематографисты-любители со всего Верхневолжья. Этот фестиваль проводится в нашем регионе впервые. На отборочном этапе было прислано около полусотни работ из большинства муниципалитетов Тверской области. В финал попали 20 короткометражек. Их авторы по-настоящему тронули сердца членов жюри. Они стараются не поверхностно коснуться, не просто описать, что происходило, вот этот персонаж, вот это было в его жизни, а прочувствовать эмоциональную составляющую. Оценивать фильмы пригласили не только жюри, но и простых школьников. Они заполнили зал до отказа. Эмоции от просмотренного переполняли юных зрителей. Мне, впрочем, как и всем, понравился этот фестиваль. Я очень тоже благодарна. Фильмы все были очень трогательные. Мне больше понравился пятый фильм «Первый снег». Он был прям вот очень жизненный, реальный. Как на самом деле. Спасибо организаторам, нашим сверстникам, детям, которые все, ну, старались над этими фильмами, потому что очень трогает. И мы рады, что попали сюда. Ну, говорю сейчас со всех. Для нас самое главное – помнить об этом, не забывать никогда. Это самое важное. В том, что подрастающее поколение хранит память о событиях Великой Отечественной, убежден руководитель Тверского совета ветеранов Генрих Левкович. На него, председателя жюри, также произвело впечатление профессиональное отношение юных режиссеров и актеров к своим работам. Сегодняшнее мероприятие, которое проводится, оно как раз вот и показывает, что молодежь очень интересуется историей. Она проводит большую поисковую работу. Эта молодежь отыскивает могилы неизвестных солдат и восстанавливает имена погибших. Победителей и призеров назовут уже 8 мая. Причем им вручат не только дипломы фестиваля, но и награды регионального правительства. Ведь именно губернатор Игорь Рудени дал поручение областному оргкомитету «Победа» провести конкурс любительского кино. Глава Верхневолжья убежден, что через создание лент о Великой Отечественной войне юные кинематографисты не только сами лучше узнают историю своей страны, но и передают эти знания сверстникам.